Дорогие друзья, когда мы употребляем в пищу треску, лосось, говядину, свинину, яйца и молочные продукты, вместе с ними мы употребляем арахидоновую кислоту, которая является очень важной в нашем организме. Под воздействием цикла оксигеназы она превращается в эйкозаноиды. Это большая группа гормоноподобных веществ, биологически активных веществ, которые влияют на наш организм.